Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. И в этом видео я вам расскажу, как отключить ваши наушники Huddy Hi-Sh V10 от вашего iOS-устройства. Первым делом в вашем рабочем столе выберите приложение «Настройки». После этого выберите пункт «Bluetooth». Напротив названия ваших наушников, а именно V10, нажмите на иконку и выберите пункт «Отключить». Ваши наушники отключились. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал и хорошего вам настроения.